Просто стихи. Ну нихуя, подумал я. 12 января. С такой скоростью движения год сокращаем до нуля. Пастух отправился домой, десятый сон на боковой. Мы победили троглодитов, мы флаг несем над головой. Земля вращается, спешит, городовой нелепо сшит. В карандаше огня немного и не хватило для души. Герои три. Не узнаем? Включаемся. Дверной проем, порог, вдаль нефтяная вышка, в долг изумрудами заем. Плюс +8 к магии стиха, бывает блею наверха, что тоже говорят искусство, не все так блеют потроха. 2 дня осады, замок взят, зачем мне здесь Пьер Квадрат? Вот к жизни пи могу добавить, я тем же способом зачат. Итак, промышленность смердит, пенсионер в строю пердит, свобода слова, запах слива, френд-лента ей не повредит. Еще одна строка в довес, ведь должен быть противовес котам, политике и твитам о наших чаяниях в ЕС. Спроси любого, как дела? Окей, пока не родила, рожу, скажу, работа та же, дала, но не за ордена. Год нулевой, и в этот день тень навалилась на плетень. Дай бог плетень, и это сдюжит, пока не взвесили плетень. Это про третьих героев. Это есть такая компьютерная игра, замки, драконы. Вот это вот такая у меня, такой ассоциативный ряд. В частности.